Здорово, мужики, меня зовут Владимир, мне 23 года, я администратор молодежного центра в городе Магадан. На данный момент сижу в машине после свидания с девушкой. Получается, был на тренинге Владимира Шамшурина, за который я заплатил немалую сумму, учитывая то, что мне нужно было купить билеты, добраться туда, там обеспечить себе проживание. Все в итоге мне где-то вышло в больше сотки, в сумму, да, где-то за сотку. 65 мне обошли только билеты туда-обратно, потому что обратно не было билетов эконом-класса, мне пришлось покупать бизнес-класс с моим накоплением 65 тысяч рублей. Только у меня только накопления ушли на покупку билетов. Дальше пришлось занять бабки и обеспечить себе проживание, но тут проблем никаких не возникло, слава богу. И я считаю, что те деньги, которые я потратил на эту поездку, я всего лишь пробыл недельку в Москве, это стоило того, потому что тот результат, который у меня есть сейчас, я о нем даже и не мечтал. У меня появились яйца и появилась возможность знакомиться с девушками, потому что за все 23 года, что я вообще живу, мне 23 года, я ни разу не знакомился с девушками до Володиного тренинга. Поэтому, ребята, я вам всем советую. Блять, это так хорошо втряхивает, что прям пиздец. Потому что я сейчас понял, что мне надо, что мне не надо в жизни. Я знаю теперь, как разговаривать с девушками, как себя вести с ними. Флирт, не флирт, все это очень классно, конечно. И сейчас я понял для себя несколько важных вещей, что мне, ну, во-первых, надо съехать от родителей, потому что вот когда я приехал в Москву один, к Володе на тренинг, я понял, что вот когда ты один, ты развиваешься, ты начинаешь думать. Поэтому от родаков надо съезжать, там, начинать себе готовить и делать всякие важные штуки. Поэтому, ребят, я всем очень советую пойти на Володин тренинг. У меня было очень много сдерживающих факторов, начиная от родителей, работы, на которой я проработал 2 недели, и мне даже отпуск не прилагался, кончая тем, что у меня просто банально не было денег на поездку. Но поговорив с Володей, я для себя четко решил, что просто надо взять и сделать это, взять и поехать, потому что то, что дает Володя, это необходимо мужику, необходимо иметь эти навыки для мужика, потому что даже вот зная по себе, я себя не чувствую до конца счастливым, когда я не могу подойти к понравившемуся мне человеку, начать общение, да и просто нормально общаться с людьми. Потому что Володин тренинг, он развивает не только способности в плане там подходов и прочего, но еще и способности в общении. То есть у меня улучшился навык общения, стали лучше работать ассоциации и прочие штуки. Поэтому я очень советую пройти всем тренинг обязательно, ибо просто нехер сидеть на жопе, как это делал в свое время я. Поэтому, ребят, я искренне желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы вы сходили к Володе на тренинг, потому что то, что дает Володя, никто нигде, ну, по крайней мере, я не встречал, чтобы кто-то где-то давал такую ценность для людей. Ребят, я еще раз вам желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас все получалось в жизни и чтобы вы встречали на данный момент как можно больше трудностей, потому что из Володиного тренинга я понял, что трудности нас как раз-таки развивают. И поэтому я вам желаю встретить на своем пути побольше трудностей и преодолеть их. Короче, еще раз желаю вам счастья, ребят. Желаю, чтобы у вас все на свете получилось. И пока.